Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге «Великий музей мира. Операция на спине». Адриан Брауэр. Без даты. Дерево масла 34/27. Во Фландрии 17 века, наряду с репрезентативной и торжественной школой Рубенса, активно развивалась жанровая живопись, стремившаяся остроумно, без прикрас проиллюстрировать обыденную жизнь простого человека с горестями, глупостью, пьянством и радостью. Эта традиция имеет богатую историю и берет начало еще в творчестве Питера Брейгеля-старшего. Одним из редчайших представителей бытового жанра во Фландрии был Адриан Брауэр, который вел образ жизни, сходный с показанным на его полотнах. Но при этом искусство художника высоко ценили современники. Известно, что Рубенс приобрел для коллекции несколько его картин. Действие этой картины происходит в полутемной харчевне. Справа накрыт скромный стол. Двое мужчин производят какие-то манипуляции со спиной собутыльника. Брауэр мастерски передал выразительные и индивидуальные характеры героев, виртуозно отобразив мимику, которая граничит с гримасой. Живописец органически связывает фигуры с окружающим пространством, чуть размывая контуры, как бы погружая персонажей в полумрак. Художник был блестящим колористом. Цветовая гамма его работы очень мягкая, гармонично сочетаются коричневые, желтые, медно-красные, сероватые оттенки. Вот такое описание к работе Адриана Брауэра «Операция на спине». Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.